Викторина «Делай деньги» прошла в Доме молодежи Тамбовской области. В ней приняли участие студенты вузов, учреждений среднего специального образования, а также члены общественных организаций. Всего в рамках марафона предусмотрено 4 мастер-класса, и квиз проходит по итогам первого из них. В рамках обучения до молодежи доносят простые, но важные мысли. Нужно делать подушку безопасности, правильно рассматривать свой бюджет в плане расходов и доходов, рассчитывать его, показывать, какие должны быть основные статьи расходов, на что нужно обратить внимание в первую очередь, где можно сэкономить, на чем конкретно. Мы рассмотрели еще также вопрос инвестирования, немножечко его коснулись. Вопросы викторины касаются теоретических знаний, фильмов, книг, музыки, но все так или иначе связаны со сферой финансов. Победители получат памятные призы от Дома молодежи. По итогам всего марафона 29 апреля пройдет бизнес-игра «Ва-банк».